Украине! Героям слава! Живе Беларусь! Живе вечно! Впервые, чтобы защищать Украину, я приехал в 2015 году. Это была антитеррористическая операция, как она называлась на тот момент. А в батальон я потрапил, потому что идея создания батальона, она была еще до войны. И тот активный костяк, который его создавал, в первые дни войны, это те ребята, которые тут с момента начала печальных событий на востоке Украины, которые тут уже по 8 лет. Сейчас, я скажу так, сейчас это ощущается как никогда. То сплочение народа, которое происходит в данный момент, это вызывает только теплые чувства. Я надеюсь, так оно и останется. Люди не привыкнут к этой войне и не забудут, что нужно держаться вместе и делать все для победы. Это очень приятно, на самом деле, что действительно много людей присоединилось к нам. И все эти белорусы, с которыми мы поддерживаем связь сейчас, которые остаются там, по ту сторону границы, они прямо говорят, что они нами гордятся. Вот, и ждут, что мы все-таки после этой войны мы пойдем освобождать Беларусь. Мы гордимся некоторыми нашими соотечественниками, которые, находясь там, не остаются в стороне и совершают какие-то партизанские акции. Вот, как вы можете видеть, где-то около недели назад была задержана группа партизан, которые нарушали железнодорожное сообщение. К сожалению, их задержали, но это одни из многих, кто что-то делает на той стороне. Так что говорить плохо про весь белорусский народ не стоит. Ну, по-перше, це люди, які встали в 2020 році проти Лукашенка, проти тиранії Лукашенка, можна даже так сказати. И они сейчас понимают эту ситуацию, которая происходит в Украине, то есть это наш общий враг. И они приезжают сюда для того, чтобы бороться с общим врагом нашим. Тримаем с ними связок, тримают оборону. Никаких деталей я не могу рассказать, это зрозуміло. Но в них все хорошо, они очень стойко и очень сміливо, скажем так. Тримають, скажімо так, рубежі оборони, а також наступають. Все добре, бойовий дух на висоті, ми всі йдемо разом з українцями до одної мети. Звичайно, ми дуже добре і дуже тісно, скажімо так, спілкуємось. І дуже все сплочено, дуже дружний колектив в українському війську. Допомагають волонтери, допомагають українські волонтери, волонтери. Є білоруси, які в Польщі, є литовці, які нам також допомагають. Ми дуже за це вдячні. Кожен робить свій вклад в цю перемогу. І кожен маленький крок нас наближає до перемоги. І я дуже вдячний всім, які це роблять. У них, понимаете, у них нет никакой мотивации для войны. Почему они проигрывают в этой войне, независимо от того, что у них очень большая численность войск, там, вооружений и так далее. Потому что самое главное – это мотивация. Это наша земля, это наша свобода, это наша война, и мы будем сражаться до последнего. У них нет никакой мотивации, они пришли на чужую землю, у них нет никакой идеи. Их кидают сюда просто как собак, это мясо самое настоящее, и к ним относятся как к мясу. Мы видели трупы, которые разлагаются, просто которых они не забирают. Им абсолютно наплевать вообще на своих людей. Здесь совсем другая история. Ну, несем службу мы нормально. Учимся, выполняем задачи, которые нам ставит командование. Его зовут Вольф, ему 7 месяцев. Он сейчас в процессе обучения всего, становления своего характера. Поэтому очень много работы у нас с ним. Это его первый раз, было боевое крещение. Ему очень понравилось. Вот будем просить командование, чтобы почаще нас отпускали сюда. Ну, все команды, те, которые нужны для него, для задержания, для охраны и для поиска, то есть стандартные команды военных собак, служебных.
Пока он еще ничего не понимает, но ему надо объяснять. Я думаю, со временем он все поймет, потому что собака очень умная, и я его очень сильно люблю, поэтому через пару месяцев вы его уже не узнаете.